Танцуют все. В Бийске состоится открытый летний бал на середину лета. Проводит его студия исторического и шотландского танца «Гармония». Однако оттачивать па в Наукограде решили и гости. Профессиональные танцоры из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Танцевальная программа будет состоять из простых танцев, которые мимо проходящие люди смогут станцевать. Это будет полонез. Это будут различные экосезы начала 19 века. Также люди, которые не умеют танцевать вальс, смогут его станцевать впервые. Будет очень весело, будет интересно. Будут присутствовать бальные игры, котильоны, которые разыгрывались в 19 веке. Бал пройдет в субботу, 16 июля, на Петровском бульваре у Камня. Начало в 17.00, как пояснили организаторы, танцевать будут порядка 5 часов до 22.00. Как рассказал распорядитель бала Артем Одиноков, представители студии исторического танца еженедельно устраивают мастер-классы для всех желающих по пятницам. Однако отличием бала станет многочисленная армия гостей, которая с удовольствием будет и танцевать, и обучать горожан. Кроме того, запланированы подготовительные мастер-классы. Те, кто пожелает прийти на бал подготовленным, может позаниматься с московскими педагогами 13 и 15 июля с 19.00 до 21.00 на бульваре Петра у сцены.